куда я иду со всеми этими вещами? Реально, куда я иду? Ну а в целом, сегодня я вам расскажу 5 простых правил, которые нужно соблюдать на пикнике. Ну что, поехали? Ой, здесь, думаю, подойдет. Ой, бать, все. Самое первое правило – не нужно рубить деревья, ведь на земле очень много сухих веток, которые вы можете использовать для костра. Ну и какой пикник без вкусной еды? А для этого нам нужно разжечь костер. Ну а во-первых, лучше стоит здесь очистить эту зону, где вы будете разжигать свой костер. Мы уже убрали все лишнее и теперь будем копать яму. Ну а место, где вы будете разжигать костер, должен быть подальше от деревьев, для того, чтобы огонь не распространился и на них. Не забудьте огородить костер, чтобы огонь не убежал. Для этого можно обложить камнями или кирпичами. Если на месте пикника уже есть старый костер, то используйте его. Ни в коем случае не сжигайте мусор, который остался после вас. Будь это пластиковый пакет, одноразовая посуда или же какие-то банки, потому что они могут выделять опасные вещества. Все, что осталось после вашего прихода, нужно убрать. Все это вы можете собрать в пакет и выкинуть в мусорный контейнер. Ну и не забывайте потом в конце потушить свой костер обычной водой. Идя на пикник, лучше брать с собой многоразовую посуду. Конечно же, одноразовая посуда намного удобнее, поел и выкинул, однако это не экологично. Ну и перед уходом не забудьте засыпать яму, которую вы использовали для костра. Кстати, лайфхак, вы можете положить сюда всю еду, которая осталась после вас, а потом засыпать тем же самым песком. Как вы видите, одну яму вы используете как для костра, так и для пищевых отходов. Ведь сами пищевые отходы являются органикой. Все выпуски Тангой студии вы можете увидеть здесь.